Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео – небольшое дополнение к ролику об органическом земледелии относительно отдыха Земли. Сегодня 26 апреля, и как вы видите, у нас уже расцвел абрикос. На этом дереве более наглядно видно, что он уже распустился. Также видно и на этом. Примечательно, что когда я был школьником, у нас, как правило, абрикос расцветал в апреле месяц. Это как раз является дополнительным доказательством того, что мы начинаем садить огород в феврале, в конце марта, ведь, как показывает народный календарь, если расцвел абрикос, то можно уже садить все. До новых встреч на YouTube!